аргументы, реплики были, чтобы не оставалось, скажем так, недосказанного или каких-то вот... Ну, во-первых, дробление бизнеса. Уже неоднократно сегодня говорили, Константин и Александр. Константин рассказывал о дроблении бизнеса и построении схем оптимизации налогов, но дробление бизнеса – это не только инструмент оптимизации, но и прекрасный инструмент, скажем так, обеспечения безопасности бизнеса. Как от налоговых и других контролирующих правоохранительных органов, так и обеспечение безопасности в плане, скажем так, избежания рейдерства и тому подобное. Дробление, естественно, это не беспроблемный инструмент. Не думайте, я по вашим, скажем так, замечаниям уже слышал, что вы понимаете, что это им нельзя безгранично пользоваться. Во-первых, дробление бизнеса у каждого происходит по-разному. Если это маленькое предприятие, это одна история. Если это предприятие не аккредитовано на таможне, если у него нет основных фондов, если у него нет недвижимости, если у него нет какой-то налоговой истории, оно там себе дробится. Если же это крупное предприятие с миллионами, десятками миллионов оборотов, с основными фондами, с историей, скажем так, импортер, оно не сможет дробиться так, как ему нравится. Почему? Потому что на предприятии есть определенные группы контрагентов, это часто солидные предприятия, они не готовы каждые полгода перезаключать контракт. Кроме того, к такому предприятию могут быть вопросы со стороны налоговых инспекций. Такие предприятия крупные, как правило, на таком контроле, налоговая инспекция держит руку на пульсе. То есть у каждого своя история, у каждого свой подход. Но на сегодняшний день дробление бизнеса, в принципе, ну, незаменимый, безальтернативный метод именно профилактики проверок и негативных последствий. Безальтернативный, вы ничем его не замените. Если вы будете работать на одном юридическом лице, которое и производит, и реализует, то рано или поздно вы либо сработаете с поставщиком, который сегодня приличный, а через некоторое время окажется с признаками эффективности, и вы будете решать уже свои проблемы, либо вы столкнетесь с тем, что вам заблокируют работу. Опять же, чем крупнее предприятие, тем больше риск. Поэтому дробление бизнеса использовать необходимо. Индивидуальный подход у каждого предприятия. Что он дает? Ну, во-первых, принцип «не кладем яйца в одну корзину». Естественно, что если мы работаем, если предприятие растет, оно не совсем маленькое, рано или поздно у такого предприятия могут возникнуть проблемы. Налоговые проверки, вплоть до того, что деятельность предприятия может быть временно заблокирована. Что в таком случае? В таком случае очень важно, чтобы бизнес продолжал работать. Если у вас есть автономное, другое, хотя бы одно юридическое лицо, у которого деятельность ваша тоже, скажем так, отработана, которая может автономно продолжать работать, это уже прекрасно. То есть деньги идут, перезаключайте контракты, если нужно, перезаключайте контракты частично, переоформляйте, если нужно, работников, если необходимо, переоформляйте основные фонды, ну то есть без этого никуда. Возможность работать в случае, если одно из юридических лиц оказывается по тем или иным причинам заблокировано, то есть не может полноценно вести деятельность. Дробление бизнеса здесь в плюс. Что еще? Дробление бизнеса помогает в некоторых случаях практически гарантированно, ну, если это малый бизнес. Практически гарантированно позволяет избежать вообще попадания в план проверок. Потому что предприятие с доходами годовыми доходами в десятки миллионов гривен при определенных обстоятельствах имеет риск включения в план налоговых проверок. Так? 3-4 предприятия, бизнес тот же, да, несколько десятков миллионов гривен в год, но рассредоточенный на 3-4 предприятия, там шансы попадания в план проверок у каждого из этих предприятий в разы меньше. Иногда вероятность снижается практически до нуля. То есть предприятие, бизнес имеет шанс работать без проверок. Ну, если это очень крупный бизнес, естественно, никаким дроблением вы проверок не избежите. Можете вы хоть целый штат предпринимателей нанять, хоть несколько юридических лиц нанять, все равно у вас будут такие обороты, при которых проверять кого-то из субъектов будут. Дробление бизнеса, всегда кто-то из аудитории скажет, что это невозможно в наших условиях. Естественно, невозможно заниматься этим так, как занимаются те, у кого вот этого капитала нет, но если у вас есть основные средства,
если у вас есть здание, если у вас есть товарные знаки, если у вас есть постоянные серьезные клиенты, вы можете все это сосредоточить и сконцентрировать на каком-то одном юридическом лице или на двух юридических лицах, которые у вас, скажем так, относительно чистые, белые юридические лица. Новых клиентов, а также всяких непроверенных поставщиков, какие-то схемы отдельные, вы переводите на новые юридические лица. Таким образом, ваше белое предприятие с работниками, с основными фондами, с репутацией, с коммерческим наименованием, с торговой маркой продолжает функционировать на минимально необходимых оборотах, чтобы этих клиентов обеспечивать. А все новые заказы, если возможно не переводить их на основное юрлицо, вы переводите на второстепенное. Таким образом, так или иначе, вы решаете проблему. Вы либо не попадаете в план проверок, либо последствия у вас в разы меньше, чем если бы вы вели деятельность на одном юридическом лице.